слушаю вас. Я еще не приехал, там ваша. Ну куда? Да. Хорошо, если вам не будет тихо тебе. Суммы 70. 70-й суммы, я суммы 3 на связь. Закон-то я медведь хозяин, бля. Форточку открой, форточку возьми. Да, там что-то воздух был. Тут же перекрытие бетонное, он не слышит. Вызови грозу, чтобы гроза передала суммы 70. Они приедут, заберут. Прокуратуру может загрузить, сам сюда будет ехать. Цвета есть, параллели, кардины. Охразовый тиск, звуконовый, белый. Есть, есть, оттенки, оттенки. Слышишь, Ваха, скажи постовому, чтобы никого не пропускал, походу, пройдет полосвет. Постовой! Постовой! О! Значит, в райделу без разрешения дежурного никого не пускать. Никого не пускать, никого не пускать. Вот это будет компро, как замполит заставляет своего вот подчиненного делать дверь. А замполит, он замполит сидит, видишь? И тебя заснимем. Уже засняли, кстати, тебя. Когда ты в потемках тут рассуждал. А, показывали. Нет, никогда его снимало. А кто же я избил? Ребята, вот Федоровича вот меня тут доставил. Ё-моё, я в машине там знал, пропуск обронил, забыл. Пропуск на рабочий. В какой машине? Ну, на Бобике. На Бобике? Выясним, садись, сейчас когда разберем. Ну вот только что вы. Да не с вами разговаривают. Ну хорошо. Сядь, сейчас до тебя очередь дойдет. А 20:40. 20:40. Около дома. Так темно. И куда темно ее? Не темно, а Серегу было видно. Куда она пойдет? Нормально. Нормально, да? Если бы я так где-то рядом где-то заехал в пятачку. Все. Хорошо. Ясно. Это врач. Прошелся я по району, как? То обычно ваши парни на каждом углу. А здесь прошел, Нико, как мыши куда-то попрятались. А, на опорных сидят? Майор, сидят. А, я. Заводят. Куда практически тоже маршрут, только карточки смотрю. Уже там у каждого практически по 4-5 движений. Ну нам только одни доставляли сюда, да? Ну, все на опорных, зачем ему далеко идти? Три человека. Три человека, да? А, ну. Все поехали отрезать. Отлично. Ну, даже он только что минут 30 назад тело, оно готовое на этом. Мотоциклы, знаете, мотороллеры. Да. Убиты. Вот наши остановили, и все. Гаишники были, ребятам доведали. Написали, я что-то не в курсе, что такое 2.8. 2.8. 2.8. Гаишники мы записали административно, что мы записали. Скучаете, девушка? Работаю сейчас не здесь, не у меня. Отдыхаем, хоть 5 минут отдохнем. Кривопляс тоже пока работал, говорил: Николаич, берите металлолом, сделаем ляльку, продадите, купите еще лучше. Я спрашиваю, что, еще лучше металлолом куплю? Да не. Вот. А сейчас уже, говорит, вот выгнали меня с дежурки, я теперь замполиту дверь делаю, а вам некому делать. Я говорю: Юра, я пока в состоянии сам дверь сделать. Вот. А во-вторых, нахрена мне надо делать самому двери, если есть помпа тылу, который со старшиной обязан этим заниматься. А какие он двери? Там как? А эту фанеру там этот прибили. Комментируй. 206. Северный. Нет, не моряк, папа.
А подписи твои немає? Я вже взяв. Скажеш, у євро має? Вже я саме. Що ти взяв, це через все. А ми через місяць під подписи шукаємо. Подпись. Хто цю подпись? Так, а хотя готовий, він забрав ключі. Все, я вже сделал протоколь. А ты собі роби, а мені подпись дай. Ні, не дається. Діло в тому, що тут одне щось подписів участкових немає. Нічого її немає, я не знаю. І Тітячок не відповідає. Валя, сними у меня. Алексеевич, а ваш Тетячок поехал на концерт? А, вы ему концерт ставили? Что сегодня находил один материал, на вас написано и нема подписи. Ладно, ну мне не він нужен, вы все равно не знаете. Пусть не потребно переживать, он за нас... Ну я нашла Романченко, я его уже нашла, он мне поставит. И автограф, а что одно и нема? З днём міліції будете поздоровляти. То я? Да. Я ответственный. А гривнів 100 туди не прицепити? Так. Я від цьому й не вірю даже. Як зарплату даю 170 на премію, ніхто то не заглядывай, то заглядывай, У меня не фотогеничное лицо. Да, мне ваша фотогеничность. Да. Может, когда-нибудь на пенсии будем-то встретимся. По пять капель. За чашкой крепкого чая там поговорим. Ой, завести на пленку. А я в объектив не войду. Советский Союз тогда был, с Москвы пришло, и сижу я в дежурке там в СИЗО, значит, пока выставили, как я буду сидеть, как меня одеть, как меня фотографировать, и потом фотографировать, ну это ж на весь Советский Союз газета выпущена была фотография. Ты хоть сохранила газету-то? А, было когда само, я потом, ты знаешь, Костя. Лена, не улыбайся, не надо. Он все равно не увидит. Я была и в Союзе, я вот это... Скажи, что тебе за... Она была журнал «Воспитание и правопорядок». И в журнале меня моя фотография. У меня тоже вся фотография. В городе Днепрожижинске. Может, уже сняли, потому что я ушла с этих внутренней службы. А я там где-то лет 8, наверное, провисела на стенде. Все, это самое, мне говорят, с Днепрожижинска приезжают и говорят, тебя там ждут Днепрожижинские, хотят увидеть, кто ты такая. Можно подумать, что я там особенного. Баба как баба, да? Контроль. Баба с пистолетом. Да. Вы говорите, я тоже в газете меня снимали за сдачу металлолома. Тебя? Тебя? А, я тебя буду теперь смеяться с ней. За знак, что это было. Я вполне серьезно, у меня даже есть до сих пор газета. Принеси, покажи мне. А я бачу, как умна, ты не сохранила. А у меня есть, я буду сухопать металлолома. Юный металлист. Да, я никуда не зайду, каждый кабинет они понаклеивали себе. Валентина, вот ты у нас тут это самое. Скажи его фамилию. Тухол. Сам ты курочкин. Пинковый ведер, Кашигин, на них же давно нету. Кого? Я бы сказал, как он сказал, говорит, больше его не снимай. Говорит, куда ни посмотришь, сюда рвался. У меня нету телефона. Нахуя винтовку? Можешь не понять? Сейчас она заканчивает там набивать информации. Что там? ДТП по этому ГАИ? И так полотно. ДПС? Хорошо. А что это сделать? Лена! Тобі ще багато там?
кто? Я что? Я. Потом на ГАИ выйдешь. Городом. Хорошо. Иди его моем, приведи в порядок. Только не арестуй его в 8. Ну, конечно. Я же уже бабушка, так что я...